В завершении выпуска немного позитива. Может и ботинком запустить. Адекватность некоторых пешеходов, переходящих дорогу, оставляет желать лучшего. Водителям автомобилей иногда удается записать на видеорегистратор необычное поведение людей. Подборку юмористических роликов смотрите в нашей рубрике «Новости сети». Существует поверье: если вы делаете что-то в первый раз, то загадайте желание, и оно обязательно исполнится. Наверное, домашний любимец знал про эту примету и, впервые попробовав зубную пасту, решил загадать самое заветное желание. Ты, теперь я знаю, ты на свете есть. Всегда считалось, что лучше приобретать товары из стран ближнего и дальнего зарубежья. Мол, красивее, надежнее и прослужит дольше. Но в противостоянии русской зимушки и зарубежного автопрома все-таки берет верх обычный гололед. Нету больше автобуса. Это видео – краткое пособие, как приобрести спортивную форму к пляжному сезону. Секрет прост. Добирайтесь до квартиры не по лестнице, и уж тем более не на лифте, а как наш пушистый герой по канату из простыней. На дороге нужно быть готовым ко всему, а то мало ли какие экспрессивные личности с летающими ботинками встретятся. Алёша, чё встал-то? Ну я тебе сейчас скину, давай. Друзья, если прием у опытного стоматолога вам не по карману, ваш выбор – енот-дантист. И бюджетно, оплата печеньками, и приятно, так как в комплекс услуг входит массаж челюсти.